Балаковцы, дачи которых находятся на песках, обеспокоены непонятной активностью на дамбе, отделяющей озеро Шанхайка от судоходного канала. По этой насыпи дачники шли купаться, а теперь неизвестные раскидали бетонные блоки, проложив дорогу к берегу и натянули трос. Ходили купаться и обнаружили здесь, что начали рыть дорогу какую-то. Спросили, зачем вы это делаете. Не ваше дело, ответили, сказали, это будет частная собственность. Даем мы проход, будет осуществлен, он сказал, как бы нет. Ну вот на каком основании это вообще было, обратились к вам, чтобы вы нам помогли. Пляж в заливчике и правда хороший, песчаный берег, неглубокое дно, вода прогревается быстро. Дачники здесь и купаются, и рыбу ловят. В ближайшей доступности таких мест больше нет. И вот чуть-чуть поодаль частный участок, и дачники предполагают, что это к нему провели дорогу. Скорее всего, здесь начнут обустраивать базу отдыха. Единственная зона, да, вот где можно отдохнуть. А если это у нас заберут, нам больше негде. Главное, чтобы они нам оставили вот это место, где мы могли искупаться. Не запрещали бы нам. Дачники не против строительства. Они не понимают, на каком основании перекрыли доступ к водоему. Не знают причины в администрации Балаковского района. Троса, преграждающего путь, там быть не должно. Я на прошлой неделе задал администрации вопрос по озеру Шанхайка, что в районе Пески там то ли собственник, то ли неизвестное лицо перегородил доступ к воде, вот, и как прокомментируют сегодня имущественные или кто-то, имели они право на это или нет. Мы на самом деле этим вопросом занимаемся, я надеюсь, чтобы более подробно Александр Алексеевич Кулухов расскажет, в какой стадии сейчас находится решение данного вопроса. На самом деле перегородил там, ограничил доступ неизвестное лицо, неизвестно кто эти ограничительные меры там ввел, огорожено тросом, огорожено там какими-то блоками, между эта дорога между товариществом, с товарищеским товариществом гаражестроительным кооперативом, земля муниципальная, не частная, никаких разрешений не выдавалось, поэтому посмотрим, эти ограничительные меры там будем убирать. Ну, то есть для жильцов доступ к воде, к водным ресурсам там законно не может быть ограничен. Нет, никакого ограничения там не может быть. Как подтвердили в администрации БМР, никто не вправе перекрывать доступ к водоему. Тем более, что трос натянут на муниципальной территории. И дачники могут не волноваться, что на месте троса появится забор. Ведь если его и возведут, то он будет незаконным. И тогда действовать будут уже правоохранительные органы.